Наряды всех оттенков зеленого, шотландские килты, рыжие волосы и бороды, а также изображение клевера. Вот непременные атрибуты Дня Святого Патрика. В Нижнекамске ирландский праздник проводится уже несколько лет подряд. День Святого Патрика – национальный праздник ирландцев и шотландцев. Отмечается в день смерти святого. Люди почитают не только его, но и приход весны. Мы танцуем шотландские танцы, но из ирландских мы танцуем кейли. Это разновидность легких танцев, которые танцуются на кейли-вечеринках. И человек, который неопытен в танце, он может прийти и станцевать их все, потому что они несложные. День Святого Патрика традиционно состоялся в Доме культуры «Альфа». Помимо нижнекамских танцоров, сюда приехали коллективы из Набережных Челнов, Казани и других городов республики. Такими танцами занимаюсь с 2015 года. Привлекаю тем, что в отличие от выступающих танцев, здесь человеку интереснее находиться не среди зрителей, а именно внутри танца. Школа старинного бального танца приглашает молодежь города пополнить их ряды. Занятия бесплатные и проходят по понедельникам и средам в 18:15 в ДК «Альфа». Светлана Шумкова, Фахри Исламов, новости НТР.